заняло сугробы. Заждались вас, барин. Который день уже? Какой я тебе барин? Зови меня гражданин доктор или Михаил Алексеевич, наконец. Тебя-то как звать? Меня-то Ласа. Давай, пошла! И в темноте напрасно маму не зови. Мама не вернется, мама любит мужа. Нынче снег что-то, рано как-то. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, господин доктор. Уж мы заждались. Егорыч, ты меч-то не бери, я сам возьму. Поставь самовар, будь любезен. Позвольте представиться. Демьяненко Анатолий Лукич. Местный фельдшер. Да, доктор Поляков, очень рад. А мы вас с весны ждем. Уж мы писали. Ваш предшественник, Леопольд Леопольдович, он дело-то наладил, но ну как без врача-то? Это ж треть приходится отправлять в город. Да. Разрешите, я пальто приму? Ага. Наконец-то они спохватились. Так бы мы до весны ждали. Да понятно, сейчас никого сюда силой не затащишь. Да, позвольте познакомить. Наши акушеры. Также и сестры милосердия. Анна Николаевна. Пелагея Ивановна. Доктор Поляков Михаил Алексеевич. Я, знаете ли, слегка замерз. Согреться хотелось бы. Согреться. Ах, да, господи. Конечно, вот же ваш дом. Проходите. Сейчас я вещи-то возьму. Тихо. Сейчас. Заходите. Ага. Ага, заходите. Аксинья вашей кухаркой будет. Сейчас согреетесь. Там и самовар поспеет. А? Аксинья и туга сварит. А? Может, водки с дороги? Прошу. Вот. Здесь и кабинет Леопольда. Вернее, ваш. Да, раньше-то нас, господа, из Никольского патронировали. Книги все Леопольд Леопольдович выписывал. Из Лейпцига. А лекарств хватит и
на две революции. Вот как в феврале случилось, так он сразу собрался и все. Даже он граммофон оставил. Пластинки его. Русскую музыку любил. А вот здесь и спал. Хватит. Прошу. Бананово-лимонным. Тут у нас аптека. Когда поет мать океан и гонит под стремительной лагуной. Осторожненько. Бананово-лимонным Сингапур. Когда у вас на сердце тишина. Не подержите. Вот. Вот здесь и наша аптека. Мази, кислоты, пиявки. Имеются, вот. Антипривин, а. Кофеина, ацитрис, морфином. Да. Инсипин. Последняя банка осталась. Прошу. Сейчас. Ну, вот и операционная. А рожать-то много возят? Да диковатый народец-то. У них еще и бабка в части. К нам тоже привозят после их, так сказать, лечения. Да. Тут у нас одна вообще решила пузырь прокалывать. К нам через сутки привезли, так у младенца вся... Голова была ножом истыкана. Ну, Леопольд Леопольдист у нас был знатный мастер. По трудным-то родам. Да. Да-с. Инструментарий знатный у вас? Да. Бывало с утра до ночи все оперирует. Весь инструментик из Германии выписывал. Да. А фамилия у Леопольда как? Фамилия... Что-то мы как-то больше его... По имени отчеству. А рецепты как подписывал? Так Леопольд. Так, сюда, вот. Вот, а я, барин, вам наверху постелила. А ежели зазябните, то перина в шкафчике лежит. Ну, а когда проснетесь, лечо надо в ногой, то по печке-то постучите, по дверце по самой. Мы тут внизу по ту сторону. Ну, а то, видишь, что звонок-то оборвали. Ну, да, все. Да, лихоньте, лихоньте, но. Ну, храни вас Господь, отдыхайте с дороги. Может, даст Бог, никого не привезут, а петух-то мой как? Хорошо, спасибо. Спасибо, Христос. Thank you.
Как кончается? Да разметал все, по полу бьется, синий уж. Где? Спит в палате. Разбудите. Анатолий, уйди! Сердца нет. Как же я причину смерти установлю? Вскрытие обязательно надо делать. И доктор, ты хлопот не берешься, но родные замучают, скажут, зарезали в больнице. А согласия надо? А согласия они все равно не дадут. Ты что за чушь? Человек умер, ведь не о дифтерии же, знать бы надо. От сердца он умер. Миокард у него лопнул, вот он и помер. Дифтерия. Дифтерия тут ни при чем. Дифтерия. Сам знаю. А скажут, от детской болезни не вылечил. Но... Первый пациент, и сразу умер. Михаил Алексеевич, я вам сыворотку противодифтерийную приготовила. Я не могу.
здоровье быть. Ах, ночи той позабыть. Скажешь Анне Николаевне, что у меня, видимо, реакция на сыворотку, аллергия. Пусть придет, пусть морфию, что ли, захватит. Поняла. А что сказать-то? Что от сыворотки? От сыворотки заболел. А. Вот, отдай. И тебя поцелуем волнуя, не могла ты в то время шутить. Ах, ночи той позабыть, не могу я и тебе ночи той не забыть. Тяжело мне удериться было судьбе той недостойной тебя. Предо мною открылась могила, и сойду я в могилу любя. А по терминам счастье тоскуя, умирая я буду. Спасибо. Михаил Алексеевич, как спалось? Прекрасно, спасибо. А что не разбудили? На прием-то есть кто? Был там один с зубом. Михаил Алексеевич, тут, говорят, в Петрограде опять какая-то новая революция. Не слышал, говорят? Ну, говорят. Влас! Самовар поставь и воду для мытья! Золотые, Анна Николаевна! Прекрасно! Совсем здоров стал! Михаил Алексеевич. О, спасибо. А хотите Крыжовникова попробовать? Крыжовникова? Давайте попробуем. Это я в этом году сварить решила из крыжовника. Пелагея Ивановна, конечно, лучше получается. Да, несомненно, лучше. Не знаю, не знаю. Сколько сегодня на приеме ты был, Анатолий Лукич? 22 человека. Двоих положили. Да. Но когда метель, так бывает, и неделю никто не приезжает. Пейте чай-то, Михаил Алексеевич. Простынет. Да уж и спать пора. Устали, наверное. Вон едет кто-то. Да.
Похоже, мы рано спать-то собрались. Пойду посмотрю. Роды, наверное. Что там? Роженицу привезли из Залеска. Посмотрите, кажется, поперечное положение. Ах, это. Что ж, готовьте Пелагею Ивановну, я сейчас подойду. Тихо. Поворот на ножку надо делать. Ничего, милая. Сейчас тебе доктор поворотик сделает. Сейчас. Тихо. Хлороформ готовьте. Я сейчас за папиросами схожу 3 минуты. Вложила. Мол, ребеночек не идет, так они его на сахар выманивают. Дикий народ. Промыть немедленно. Держи. Они еще могут. Вообще за ноги к потолку привязать. Чтобы, значит, плод правильно положение принял. Да что там говорить? Заснула? Спит. Ну-с, будем делать поворот на ножку. Давайте. Живая? Девочка. Хорошо сделали поворот. Как пульс? Нормально. Все. Да вы гений, доктор. На. Thank you.
Не торопись, не торопись. Здравствуйте, Анатолий Лукич. Ну, ну пошла! О, боже, Ники, замолчи. Анатолий Лукич, заберите его. Конечно, конечно. Как раз из Никольского, вдова полковника Шифера, разорившаяся. Вы наш новый доктор? Доктор Поляков. Камфоры. Отойдет скоро. Камфоры, я сказал. Руки мыть. Капельницу с физраствором готовьте. Зажим. Зажим. Пила. Как пульс? Слабый. Еще ввести? Введите. Mm-hmm.
Анатолий Лукич, помогите. Кусачки. Может, не будем трогать вторую, а? Марли, обмотаем. Все-таки не в операционной помрет, а? Готовьте гипс. Умерла? Живая. Вы, видно, много ампутаций делали. Ну? Когда умрет, непременно пошлите за мной. Не хуже Леопольда. Да-с. Ты Ласа позови. А Анна Николаевна где? Ну как, живая? Живая, живая. Мы морфий вкололи, она сейчас спит. Здравствуйте, Анна Николаевна. Добрый день, доктор. Анна Николаевна, я, так сказать, там еще несколько привезли. Ну-ка, поверни голову ко мне. Сразу не решался обеспокоить после такой операции. Там одно воспаление, может, надо бы на свечи? Да, разумеется, делайте, делайте. Анна Николаевна, я думаю, следует повторную инъекцию сделать. Кому? Еще инъекцию. Морфию. Батюшка, помираю я. Отпусти до дому помирать. Я сейчас, доктор. Ночи нет, грудь давит. Yeah.
чаю выпьете со мной, Анна Николаевна? Кажется, приедет кто-то. Наверняка. Чувствую я. Красивая женщина. Жена ваша? Нет. То есть, приятельница. Бывшая. Певица. Красивая женщина. Вы, Анна Николаевна, тоже красивая женщина. Вы немка? Да. Вы в Москве в Большом театре бывали? Бывала два раза. А муж ваш где? Он у немцев в плену. Ну вот, приехал кто-то. Один. За вами, значит, доктор. Что ж, мне ехать куда-то? Не надо вам сейчас ехать. Да мне совсем не хочется признаться. Погоди, куда? Пусти! Доктор, записка вам. Почему вы в каске? Так пожарный я, из Соловейки. От кого письмо? Это фельдшер. Он к нашему конторчику на свадьбу приехал. Дочь хозяина за конторчика пошла. Вчера помолвка была, а после помолвки конторчик захотел показать ее в саночках. Ну, рысак-то с места как взял. Невесту мотанула и головой об косяк. Так она и вылетела. Господи. За конторчиком ходят, чтоб не удавился. Обезумел совсем. Поедем, доктор. Лошади резвые. Вмиг доедем. Так вьюга же. Пошли! Пожарные лошади! А? Давай! Пошли! Доктор, голубчик, лучше скорее! Она умирает, я прошу вас! Перестань! Скорее, скорее! Скорее, она умирает! Я прошу вас! Я прошу вас, она... Лев Аронович, слышала вас! Вы ближайший доктор отсюда! У нас симоновских доктора нет! Диана, лошадей мне обратно! Кончилась она! Вы уж извините, что поднял вас. Перелом основания черепа, думал. Что думал? Доктор Бонгарт, хорошо о вас говорили. Миша Бонгарт? Где он? Я же учился с ним, он на два курса старше. Я фельдшером у него был, в Симоновской. Он, это, погиб, в общем. Миша? Давайте, давайте. Как? Когда? Да уже с месяц как. Он в Москву поехал и не вернулся. То ли убили его, то ли утонул. Я не знаю точно. А мы дружили. Понимаю. Он очень ждал вашего приезда. Я вот не знаю, только теперь что с конторщиком делать. Пойдемте. Он знает, что ее нет? Нет. Федя, перестань, милый. Вы должны позволить впрыснуть вам лекарство. Я убил ее! Я убил! Мы ничего не можем делать. Вы мешаете нам работать! Пиджак. Все, все, все. Ну, тихо, тихо, тихо. Все, 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 все. Феденька, пожалуйста. Успокойся, ну все уже. Феденька, все. Ах, ты ж. Пожалуйста. Ну не умрешь, не умрешь. Выживешь. Все, все, все. Он убил ее. Все, 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 все хорошо. Давай, вставай, давай, вот, пойдем на диванчик. Давай, давай, Леша, давай вот сюда, вот, вот, вот сюда. Вот. Хорошо, вот, ложись. Ну все, ну все, 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 успокойся. Ну что, поехали? Ваше благородие, гражданин, доктор, нельзя ехать! Юга! 12 верст всего! А у меня тяжелые больные, доедем! Да.
Дорогу знаешь? Дорогу знаю! Ну, может, лучше переночевать! Гражданин Поляков, мне до уезда гораздо дальше, чем до Муринской больницы. Одолжите мне морфию грамм F5. Я в уездной аптеке заказал уже, я сразу верну. У меня 30 коек занято, и доктора нет. Ладно, поехали! Давай! Давай, что? Веселее будет! Полагаете, Владимир Андреевич, что переворот новый навсегда? Думаю, да. Уезжать надо, Василий Осипович. Ого. В Англию. Там нет идей революционных. А. Ваше превосходительство, там молодой доктор из Шелометьево прибыли с фельдшером. В пурге сбились, замерзли. Велите привезть. Тащи сюда доктора! Мы с ним про революцию потолкуем. Да спроси, не из немцев ли он. Да, или еще вина подать. Прошу вас. Рад познакомиться. Здравствуйте. Здравствуйте. Доктор Поляков, прошу простить великодушно, сбились с дороги, волки лошадей загнали. Волки? А, милый наш доктор чуть не погиб. Я вас, господа, с ним сейчас познакомлю. Это чудный доктор. Во-первых, он спас меня. Во-вторых, он милейший, храбрейший человек. Только велите ему налить шампанского сначала, а? Здравствуйте, Екатерина. Вы? Неисправимая аристократка Екатерина Карловна. Водки ему, Семен! Водки! Мне здесь уж две версты оставалось. Это что ж, Кузяева? Совсем вы потерялись, доктор. Михаил... Алексеевич. Михаил Алексеевич, счастливая судьба забросила вас в имение Кузяева Углического уезда Ярославской губернии. Владелец всего – наш добрый хозяин, Соборевский Василий Осипович. Большой политик будет. Очень рад.
И его очаровательный наследник, Ося. Осип Васильевич. Владимир Андреевич Фаворский. Столичный талант, путешественник, только что из Испании. Повеса, но большой русский живописец. График. И Танечка. Она прекрасно музицирует. Поет. А, это коллега мой, Гринбург Лев Аронович. Немец. Еврей. Крещеный. А я вас помню. Вы из Симоновской больницы доктора Бамгарта. Ведь это вы мне! Так точно. Вы же из разночинцев. Нет. Я член РСДРП. Ага. Ну, что такое РСД, я знаю. А вот РП. Рабочая партия. А. На рабочего вы не очень-то похожи. Танечка собиралась петь. Да-да, я помню. Кажется, намечались танцы. Скажите, они что, вправду волки? Ой, прости, милая, играй, доченька, играй. А скажите мне, такой сложный механизм, как государство, может управляться неграмотными рабочими? А как же юриспруденция, экономика, военное искусство? Будут новые юристы? Командиры, доктора. Ну а чем же старые-то плохи? А вот послушайте, господа, почему душат древний собор. Потому что здесь 100 лет ожиревший поп брал взятки и торговал водкой. Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? Потому что там насиловали и пороли девок. Дворец разрушаемый – не дворец. Кремль, сжираемый с лица земли – не Кремль. Царь, сам свалившийся с престола, уже не царь. Это не я сказал. Это белая кость. Александр Блок. Холодно сегодня, а? Чего прикажете, ваше благородие? Ну, давай водки, что ли? Как ты? Отошел? Ничего. Согрелись, Маришка. Только я уж более никуда. Не губите их ресторан. Слушай, братец, а где нужник-то? Извольте в господский, сюда. А вот он достал пистолет и давай стрелять. Еще ради бога, никак не согреться. Налей человеку, налей. Нужник пошли. Нет его.
А может, на двор пошел? Вечно вы лезете со своими дурацкими шутками. Еще ваша проститутка совершенно неприлично себя ведет. А вы ее еще всем суете. Танечка, успокойтесь, Танечка. Пустите, мне надо. На двор идите. Лимоном в Сингапуре, ой, когда поет плащ океан. Куда же вы, доктор, пропали, а? С Танечкой, наверное, кокетничали. Вы еще узнаете. Ага. Ну, с фельдшером все понятно. А вот вы, доктор, за какой класс? Я знаю два класса. Больных и здоровых. Танечка, спойте, пожалуйста. Кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы. Вашу детскую шейку едва прикрывает горжеточка, облысевшая, мокрая вся и смешная, как вы. Вас уже отравила осенняя слякоть бульварная. Я знаю, что, крикнув, вы можете спрыгнуть с ума. И когда вы умрете на этой скамейке кошмарная, ваш сиреневый трупик окутает саваном тьма. Приезда еще моего скончалось. Вот, познакомьтесь. Коллегова. Гринбург Лев Аронович. Фельдшер Симоновской больницы. Да мы знакомы. Здрасте. У них морфий закончился. Попросите, пожалуйста, Анну Николаевну. Одолжите ему 5 грамм. Займы, разумеется. Okay.
А вы красивая. Анна Николаевна, сделайте мне инъекцию, пожалуйста. Вы, Михаил Алексеевич, уже который раз уже? Я не буду вам больше раствор приготовлять. Аннушка, мне... Мне сейчас нужно, я болею. Лечитесь, Михаил Алексеевич. Где? В уезд езжайте, морфием не лечится. Я не могу простить себе, что тогда во второй раз вам приготовила. Аннушка, я что, по-вашему, морфинист, что ли? Вы становитесь. Так вы сделаете или нет? Нет. Анна Николаевна, дайте ключи от аптеки. Михаил Алексеевич, не надо, я прошу вас, надо остановиться. Так вы дадите ключи или нет? Нет. Вы здесь всего лишь сестра милосердия. Я приказываю вам, как врач, выдайте ключи от аптеки немедленно. Сделаете или нет? Подходим на запись. Нам бы к доктору. Подождите. Какая фамилия у мальчика? Ковалев. Давно ли болит у тебя? Давно уже не болит-то, батюшка. Так что ж ты пришла тогда? Так ведь сгниет рука-то, батюшка. Вот именно что сгниет. Отрежем тебе руку, будешь знать. Ты раньше-то о чем думала? Че раньше-то? Работы были, батюшка. Вот с этой бумагой пойдешь к Анатолию Лукичу, фельдшеру нашему. И следующего зови. Здрасте. Сейчас сам сзади возьму. Да, я за них, Саня. О, да. Давай так.
трогайте. Ты прости меня. Это я виновата. Не надо было тогда делать второй укол. Это я виновата. Ты пропали. И я вместе с вами. Не плачь. Аня, я уже уменьшил дозу. Я отвыкну. А если что, поеду в уезд, подлечусь. У меня там доктор знаком. Фельдшер подозревает что-то. Заметно убыль морфия в аптеке. Завтра же поеду в уезд и выпишу еще. Тебе надо в Москву. Хочешь, я с тобой? Аннушка, вздор все это. Я же не морфинист. Я же уменьшил дозу. Что ты хочешь? Что? Я для тебя. Может, тебя твоя певица спасет? Никто, кроме тебя, мне не нужен, Аннушка. А я тоже хочу уколоться. Понять, почему ты его так любишь. Сорок граммов морфия? Да. Нет у нас такого количества. Грамм 10 дам. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Вы из Симоновской. Что у вас? Товарищи, да вы что, сговорились, что ли? Нет у нас такого количества. Ну, позвольте, я заказывал. Еще месяц назад. У меня заказ. Вот квитанция. Товарищи, у меня разнарядка для фронта. На складе 17 грамм для земства. 10 грамм коллеги, остальное вам. У меня 30 койко-мест. 47 больных! У коллеги в Мурьино, полагаю, менее. Господин Бомгард, мне, поверьте, все равно кому. Разбирайтесь с коллегой сами. Господину Бомгарду? Я думаю, уже не надо. А вы, кстати, мне еще 5 грамм должны. И давно у вас это? Что? Ну, с доктором. Что? Я понимаю, молодой, красивый. Почему бы тебе за Анатолия Лукича не выйти? М? А он и тебе предлагал? И потом, ты сама говорила, старый он. А? Это мы с тобой скорее старые, нежели он. Кокетливо скромный, я любовно и страстно глядел. Мысли тебя
одном поцелуе, то меня мог за здоровье быть. Ах, ночи той позабыть не могу я, и тебе ночи той не забыть. Ну, она пошла. Уеду я, наверное, в Москву в отпуск. Да все одно, и в Москве не лучше нынче. Шприцы надо стерилизовать, Миша. У тебя уже нарывы, может быть заражение. Да-да, стерилизовать. Я же не сестра, я врач. У тебя руки золотые, ты иголишь незаметно. А я, по правде сказать, и раствор приготовить как надо не умею. Сделай, пожалуйста. Не увеличивать дозу, самое главное. Я сначала увеличивал, а теперь, видишь, снизил. И привыкание. Морфинум, гидрохлорикум. Грозная штука. Скверное состояние. Бывает. Мой мальчик милый, за окошком стужа, намело сугробы у нашего крыльца. Хороший. Я любовник мамы. Хорошее лекарство, Морфи. Только мне кажется, Миша, что мы от него погибнем. Глупости, Аннушка. Это высшая точка проявления духовной силы человека. Тебе надо ехать. Надо ехать. О моей любви. Как вы, Михаил Алексеевич? Прекрасно. Много больных? Человек 15. Тяжелые есть? Девочка, только что привезли. Я сейчас. Угу. Вовремя спохватилась. Дифтерийный круг. Который день больна? Пятый, батюшка. Ты, бабка, помолчи, мешаешь. Мы болеем. Ну, ладно. О чем же ты 5 дней думала? Помоги! Дай капель каких! Это каких же, не подскажешь? Батюшка, тебе лучше знать, а? Тихо. Она же удавится! Да замолчи ты! А ты встань сейчас же, и вовсе разговаривать не стану! Да, вечно не так. Своих же детей морят. Пелагея! Значит, помрет она. Помрет. Ой, божечки, ну, божечки, батюшка! Вот что, баба, теперь поздно. У нее горло забито, дышать спасибо. Невозможно. Операцию делать надо. Горло разрежем пониже и трубку серебряную вставим. Иначе помрет. Думай, баба. Тихо. Думай. Если за 5 минут не надумаешь, сам уже не возьмусь сделать. Нету. Нету моего задума. Так, Анатолий Лукич. Анатолий Лукич, отведите их в коридор, пусть сидят. Так, ну-ка пошли все, ну-ка в коридор. Thank you.
Мужик вернется. Узнает. Убьет. Убьет меня, истинно говорю. Анатолий Лукич, готовим инструменты, зонт и Анну Николаевну в операционную. А что, согласились, да? Вам нехорошо, Анатолий Лукич? А нет, 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 ничего. Батюшка, да как же это, батюшка? Что ты? Да горло-то зачем резать, батюшка? Бабка, она это вот. Баба глупая. Все, иди, иди, бабка, иди. А я своего согласия иди, не даю, иди, батюшка. Иди, тебе говорят, иди, я все хорошо согласия. Будет, иди. Все да хорошо что будет. Же это и так доктор понятно. Знает, что делает. Ну что ж ты добьешься? Готовь на вечер еще раз. Успокойся, ну, успокойся, Боже, тебе говорят. Вот знаешь ты, Боже. Да что же это так? Тебе говорят, иди! Зажим. Крючки. Анатолий Лукич, свет. Скальпель. Это обморок. Держите. Держу. Раздвигаем. Трубку. Держу. Спасибо. Убираем крючки. Молится. Влас, возьми. Господи, помилуй доктора. Спаси, Боже. Помилуй доктора. Спаси, Боже. Ну как ты? Спаси Христос, доктор. Хорошо. Ты смотри, отец у тебя не бедный. Я в Москве могу адрес дать. Там тебе протез хороший сделают. Правда хороший? Ну ладно.
Извините. Зачем же вы меня пожгли, братцы? Я всегда к вам. Зачем же вы меня пожгли, братцы? Я всегда к вам. Перевязочные! Перевязочные, готовьте! Вы же не немцы. Готово все! Морфий, морфий! Господи. Готово! Зачем? Анатолий Лукич, кто тяжелее? Василий Осипович плохой. И дочка его, остальных не видел пока. А Анна Николаевна где? Доктор, я... потом. Влад еще троих привез! А дочка? Похоже, тоже. Скончались. Там не морфий был. Я обманул тебя, когда сказал, что уменьшил дозу. Ты готовил мне 2-процентный раствор, а я тихонько готовил себе 4-процентный. А в пустые банки ссыпал. Вот не умерли. Честно, что я убийца. Нет, Миша. Просто вы болеете. Теперь мне пошлют накатки. Нет. Нет, сейчас время такое. До них никому дела нет. К тому же они еще и помещики были. Миша.
Вам ехать надо лечиться. Доктор! Костик вам! Петь сюда, Рома, начисти его пускай! А я вам долг привез. Доктор Поляков. Я ехала домой. Ну что? Утро было полно. Может, водки выпьем? Думаю, не стоит. Мне в уезд надо. Я ехала домой. Дорога я была. Сейчас психиатрическая клиника – это самое спокойное место. Да. И потом, здесь потише, чем в Москве. Некоторые хотят революционной бури, как говорится. А у нас здесь меланхолия. Провинция, одним словом. О! Здравствуйте, здравствуйте, коллега. Что, опять в аптеку? Нет, теперь к вам. Кирилл! Что? Прими. Проходите, пожалуйста, господин Поляков. Вам сюда. Вот ваша кровать.
уборную? Туда вправо. Уборная вон там. Процедуры? Из какой палаты? Поляков. Поляков. Поляков, десятая. Вторая половина дня. Вас позовут. Морфинист? Ой, как звать? Водки могу дать взаймы. В чашку налью. Деньги-то есть. Сколько стоит? Ну, если все, то полтинник. Может, потом. Уборная там. Добрый день, Елизавета Павловна. Прекрасно выглядите, Елизавета Павловна. Спасибо, господин капитан. Что вы себе позволяете? Идите! Идите!
заткнись, сука! Заткнись, Сема, гад, отсюда, заткнись! Я сказал! Заткнись, тебе говорят! Больные люди! Они за себя не отвечают! Психически больные! А нет! Больные люди, я вам говорю! Вылечим сейчас! Старал, спрашиваю! Да говорят же вам! Больные здесь, понимаете? Психически больные! Меня все живые! Туда! Вот туда! Туда побежал! Крайняя палата! Бумага есть? Что? Бумага есть? Мандат есть? Я доктор Поляков. Бумага есть? Ah!
Светить вам надо. Пора уже. Знаете, у меня денег нет. Давайте я вам сейчас дам. А, я не возьму, нет. Нет, нет, нет. Так, идите.